Здравствуйте, дорогие мои, с вами Александр Амарок. Спасибо, что вы со мной, что вы заходите на мой канал. А перед нами игра Stay Out. Это подобие сталкера, всеми ждущего, любимого, хоть и разработчики российских игроках, так сказать, не особо хотят думать. Ну, мы любим данную вселенную, поэтому играем примерно похожие игры. Разработчики, не помню, какая именно студия сделала игру Stay Out. Хочу ее попробовать и посмотреть, что нам предложит. Давайте пройдем обучение. Погнали. Так, так. Ага. Так, стоям бы. А как выбрать? А, во, все понял. Подойти к проводнику. А, клавишу F, понял. Так. Ну-ка, давай-ка с линей. Вот сюда куда-нибудь. Да, пошлите, будем изучать зону, смотреть, что к чему и что почему. Потому что здесь мы с вами новички, поэтому нам надо сейчас с вами понять, что к чему. И опять же, что почему. Как стрелять, механику изучить, лес, все, повадки. Поэтому давайте будем. Ага. Так, двигаем дальше. Давай следом за мной, под тем бревном. Погнали. О, как тебя. Ага. Так, хорошо, впереди длинный участок, топать и топать. Давай поспешим, догоняй, понял? Shift, чтобы бежать. Ну, в принципе, достаточно нормальная система, только что-то он бежит -то под дурацки, вам не кажется, слегка? Ну да ладно. В принципе, графика достаточно неплохая, играбельная такая вполне. Интересно. Сейчас с вами будем разбираться еще что к чему. Изучать данный лор игры. Примерно-то я понимаю, о чем, что надо делать, но все равно. В каждой игре все по-своему. Странно, что мы по зоне так быстро бежим. Тут бы помедленнее ходить сейчас, куда, не дай бог, уляпаемся. Так, размялся, прекрасно, двину дальше. Дай послушаем, давно ли он в зоне? Давно. Угу. Окей, двинули вперед. Да, я думаю, поговорить возле костерка мы еще с вами успеем. Но пока реально надо двигать вперед, смотреть по сторонам обязательно. Правда, что-то оружия у нас никакого нет. Надеюсь, будет возможность сейчас денежку подзаработать, да прикупить себе его. Потому что без оружия как-то такое себе по зоне гулять. О, все, он встал, что ли? Понял, давай-ка побазарим. Ага. Так, инвертарь. Так, тушенка, вода. Так, давай-ка вот сюда тебе перетащу.
А, вот она. Это вот сюда, я так понимаю, да? Слушайте, это что, типа? А что такое вот эта единичка, двойка? Надо разобраться. Ладно, давай пока. Так, воды. И аптечку. Аптечку давай на ноль поставим. Так, выбить воды по ящике тушенки, активно печеньки быстро доступа. Можно с соответствующими цифрами на клавиатуре. Ну-ка, давай-ка. Тверочка. Перекусываем. Так, ну-ка, глоточек воды. Сейчас совсем разберемся, что к чему и что почему. Так, поговорить с проводником. Ну-ка, давай-ка. Подкрепился, да, что дальше? У тебя есть нож, надо его на пояс повесить, чтобы не терять время на ненужный момент. Ага. Давай бандану. Так, взял предмет. Экипировать. Экипировать. Ага. Ай-яй-яй-яй-яй, зря я, наверное, перекусил. Так, экипировка, буковка Ю. Ага, куда нож? Слушай, ну я экипировал его. А то есть его взять по факту нельзя, получается. Ладно, давай дальше. Ага. Так. Дров набрать. Хорошо, давай сейчас дров наберем. Так, Джей, чтобы открыть, набрать дров. Закрепить. Чтобы поблизости сколько древесины, сколько требуется в задании. Нажми F, чтобы поднять предмет. А, во. Понял. То есть они кучками. Не надо с дерева подходить, как это обычно бывает, собирать. Так, бегаешь, они, короче, тупо валяются. А я думал, надо, как в некоторых играх, именно подойти к дереву, и он начнет с него, допустим, ножом срубать. Уже топора нету. Так, и еще надо одну. Ага, взял, взял, пошли дальше. К сталкеру, проводнику подойдем. Так, ну-ка, мы собрали 2, 3, 4. Вы собрали необходимое количество предметов. Ну все, я понял. Так, ну-ка. Джей. Ну все. Ага. Конечно, принес. Пошли дальше. У нас сегодня с вами первый взгляд, поэтому надо поглядеть на игру, посмотреть, что к чему. Опять же, повторюсь, что я сегодня слишком много говорю, что к чему. Нам, короче, надо посмотреть с вами игра. Данная мне заинтересовала. Я увидел на YouTube небольшое прохождение. Но я сильно не смотрел, дабы не портить первое впечатление. А так, мельком поглядел, что что-то интересное здесь есть. Всякие тоже аномалии. Конечно, это не второй сталкер, но тоже достаточно интересно. Поэтому я решил попробовать попроходить на канале. Надеюсь, вам понравится. Ну а вы пишите, пишите свои думы, так сказать. Свои комментарии оставляйте под видео. Мне будет интересно. Вот, слушайте, мы к забору подходим. Конечно, бежит он странновато. По-моему, я получше бегу. Или стороны так же выглядит. Ну да ладно. Слушайте, мы так быстро к забору, близко к забору подошли, нас тут никто не расстреляет. Ой-ой-ой.
Видите, тут что-то крутится. Так понимаю, это аномалия. Давай. Да, вижу пролом. Думаю, что здесь просто так пьется. Так, не думаю. Кинь ты камень, видишь, кое-что интересное. Давай. Так. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, не хотел бы я, чтобы так мою жопу разорвало. Давайте-ка учиться всему. Так. Сначала в ту сторону пройдемся. Я так понимаю, в эту сторону закрыто, поэтому остается только один путь в ту сторону идти. Поэтому пошапали с вами в ту сторону. И будем уже смотреть. Сколько звуков всего интересных помимо леса. А давайте еще раз кинем. Ой, нехило так. Крутит, вертит она. О, слушайте, а вот еще один проход. Кто-то прям удачно нам тут накидал. Да, понял, понял, иду, иду. Все, теперь надо проникнуть проводником на территорию склада, я так понял. Так, ну и что, как успехи? Я нашел, где можно пройти. Отлично, давай посмотрим, что там. Пошли, пошли. Странно, что здесь патрулей нет. А, с тобой поговорить надо. Нет, не видел. Так, если что, там лай. Ага. Так, несчастье, мне тут недалеко друг. Найдешь его в координатах C3-1. Так, давай, понял. Так, открой рюкзак, почитайте записку. Записка. Читать. Продай этому студенту наган, пусть учится уму разуму, понимаешь, Харон? Харон его зовут. Все, понял. Так, с этим понятно. Кликните по карте ПКМ. Ага. C3-1. Все, понял. Вот сюда надо тащиться. Так, карта на букву М. То есть можно по-быстрому на букву М. А, метку поставить надо. Ну, это капец, конечно. Ну, давай назовем ее торговец. Торговец. Так много всего здесь изучать надо. Ну ничего, мы с вами сейчас еще будем совсем разбираться, что к чему.
А, я думал, тут реально прям торговец. Это просто дядька сидит. Скрипты, ё-моё, все скрипты. Ну, давай. А, это лесник. Нифига себе, страсть. Так, от Харона. Патрона тебе не дам. Деньги принес. Нехило так-то. Слушайте, ну у меня 5000 есть. Продолжить. Подтвердить. Так, чё, экипировать, да? Ага, патрон. Заряжено 0. 7 патронов типа 7,62, 38 миллиметров. Слушайте, а что интересно здесь метод прицелки? А мне нравится. Мне тут пока что мне тут все нравится, честное слово вам говорю. Поэтому погнали, пока посмотрим. Слушайте, прикольно, с пистолетом бежит. Однако. Интересно, девки пляшут. Слушайте, пока что мне игра во всем устраивает. Так интересно сделано. Так, при оружии, отлично. Двинули дальше. Понял, понял, принял. Погнали. Пока надо убрать потом. Слушайте, склады военные, я так понимаю, правильно? Скорее всего, да, военные. Стрёмная растительность какая-то. Я бы не стал на нее наступать. Лучше бы обошел. Ну да ладно. Раз нас сюда ведут, значит надо. Пошлите за ним. Шаг в шаг, как и положено в зоне. Так. Панель на... Тут еще и навыки есть. Офигеть. Так, а сколько у нас уровень? А сколько очков-то у нас есть? Опыт. Очки. А, слушайте, вот очки даются. Все, я понял. Ну, слушайте, давайте физподготовка, а то как без физподготовки-то? Метаболизм тоже штука хорошая. Все, пускай. Так, давай с проводником побалякаем. Е3-3, Е3-4. Ой-ой-ой. Так, давай-ка откроем. Найдите дозорную вышку в северо-восточной части склада. На пересечении квадратов Е3-3. Так, Е3. 3. А, или вот, подождите. Вот к Е3 идет. Вот здесь что? И Е3-4. А, ну где-то вот здесь вот вышка получается есть. Давайте S ее назовем. Получается Е3-3 и Е3-4. Вот они, вот здесь, правильно. Так, дай-ка я еще раз гляну. Да, получается вот в эту сторону, вдоль рельс, аккуратно идти. Блин.
Опасно погавкивают тут, слушайте. А у нас с вами еще и патронов нету. По идее, это обучение тут не должно быть сильно жестко. И нас гонять особо не должны. Ну, я имею в виду, по крайней мере, по опасным сильным местам. Ой, слушайте, рунов так сколько. Офигеть. Так, слушайте, вот вижу вышку с прожектором. Палево какое-то создаю. Ненужное. Все, административные здания всякие. Мне вот интересно, а меня отсюда вот что, не видно, что ли? Так. Так, можно экипировать предметы, ага. Понимаете, мы только с вами за первую линию зашли, а вон вторая линия. Слушайте, а эти зайти тут? Посмотреть, что тут есть. Пока до него идем. Ну тут такой склад больше именно. Вещевой, потому что запасы топлива, наверное, инструменты, чего-то такого. Опять же, странно, что он не охраняется. Вообще какая-то подстанция, по-моему. Ладно, пошлите к нашему проводнику, доложим, что мы с вами увидели. Ну, а там дальше будем действовать по его указаниям. Так я буду более... Точнее, так я думаю, нам будет более с руки, если мы так поступим. Ага. Спасибо. Так, давай-ка. А? Экипировать. Погоди, стоям, да. Ну-ка, давай-ка обратно. То есть вот так это можно было. Слушайте, а тут достаточно неплохая модификация идет оружие у нас. Слушайте, а мне нравится, интересно сделано. Я бы даже сказал, прям четенько. То есть разработчики молодцы, подумали. То к чему. Да, любящий один.
Слушайте, интересно, прям как жизнь сделал. Прям прикольно, я бы сказал. Пошли-ка. Так. Да, пошли, пошли, может дальше. Чё, тут у нам дробного оружия-то нет у нас с вами. Нам бы с вами что-нибудь... Сколько тут? 5,45, наверное, или 7,62? Да, для нагана. Найти бы, было бы круто. Так, давай, что тут есть? Пачка медицинских бинтов. Угу. Не спорю, не спорю, придется, наверное, долго кружить. Но нам надо с вами что-то найти. Это он сгоревшая стоит. Бежит, конечно, он прикольно, как будто на месте. Ладно, надо перестать докапываться до анимации персонажа. Но вот моя моего персонажа анимация неплохая. Вот. Боты, конечно, интересные. Ну да ладно. Говорю же, не стоит докапываться. Какая есть, такая есть, и слава богу. В целом мне игра достаточно нравится. Ух ты! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ух, нифига нас прет! В общем, это был Харон. Запомним, что это был Харон. Да, нехило у нас, конечно. Нехило у нас потрепало. Так, и что это мы? Без всего, я так понимаю, да? А, слушайте, нет, смотрите, у нас спички, заряды есть, древесина, пожрать. Антирад есть. Давай-ка почитаем. Прости, друг, что так вышло. Я уверен, что ты выживешь и не будешь жалеть меня зла. Ты бы все равно не понял, почему мне было необходимо так поступить. Склад вовсе не то, чем кажется, и без меня бы ты не прошел. Хотя ты, конечно, думаешь иначе. В зоне многое не то, чем кажется. Теперь ты к делу. А теперь к делу. Я оставил тебе некоторые припасы, должно хватить на первое время. Разведи костер, пожарь мясо, подкрепись. Твоя дорога лежит в Любич. Самый простой путь попасть туда, это одолжить у сторожа на станции лесная дрезину. Однако, сначала тебе понадобится оружие получше. Не думаю, что кто-то подарит его тебе по доброте душевной. Но я почти уверен, что если ты проникнешь в безопасную часть склада снова, ты разыщешь стос в одном из оружейных ящиков. Так, ход на склад знает старик, что живет в ближайшей деревне на станцию. Но как раз подходит недалеко от хаты старика. Зайди к нему и экономим патроны. Удачи, Харон. Понял. Экономим патроны. Бинты, древесина, спички. Антирад. Так, ну-ка. Что там у нас по пистолетам? Че, а где? Однако.
Так, ну давайте куда-нибудь отойдем для начала. Потому что я думаю, прям здесь стоять с вами смысла нет. Такое себе занятие. Так. Угу. Ага. Нам пока до сбора отряда с вами еще далеко. Предлагаю где-нибудь здесь сейчас с вами развести костер. Как это сделать? Костер. Так, ну-ка. А где у нас задание? Это Джей. Так, закрепить задание. Так, на букву П. Костер. Автоматическое заполнение. Применить. Давай-ка разожгем. Ну давай вот здесь. Разжечь. Потому что надо же нам с вами научиться. И понять, что к чему. Костер Александр Амарок. Все верно. Как с костром повзаимодействовать? А, вот. Сейчас мы с вами нажарим миско, чтобы было чего нам с вами покушать. Правильно, бинты есть. Использовать и выбросить информацию. Давай-ка на девяточку тоже закрепим. Так, что там по мясу? Ага. О! Кто-то из молодых тоже побежал. Не, давайте-ка мы с вами сначала все-таки нажарим, а потом пойдем в деревню искать деда, узнавать, что где, что почему. Все-таки так, наверное, будет поинтереснее. Потому что нам надо с вами полностью лор всей игры изучить. Потому что игра, я так понимаю, глубокая. А вообще, Сталкер, именно вот вся вселенная Сталкера, она не как бы вам сказать, не останавливается на чем-то одном. Она очень большая, и надо много всего знать. Как об аномалиях, так и об окружающей среде. Я люблю читать данные книги. И прочел уже очень много, поэтому... Я думаю, нам с вами будет интересно попроходить стейаут. Ну, а вам, надеюсь, интересно смотреть. Поэтому мне будет приятно, если вы поставите лайк, напишите какой-нибудь комментарий. Может, подскажете мне. Может быть, подсказываете мне. Так что, мне будет приятно. Пишите, пишите. Буду ждать. Так, сейчас мы что, по мясу с вами сообразим. Надолго, интересно, его хватает? Вот она у нас с вами почти пожарилась. А по идее цвет должно поменять или как? Как отличить готовое мясо от неготового? Ага, вот. Вот это готовое. Давай. Дай-ка вот это еще дожарим. И тогда дальше пойдем. Так, четверочку захомячим, маленько перекусим.
Так, и пятерочкой сделаем глоток. Так, ну, в принципе, сейчас одно мясо дожариваем, и, я думаю, погнали. Так, что за антирад? Медицина. А, это противорадиационное, ну, понятно. Быстро у нас от радиации будет. Так, все понял, это зона с запретом ПВП. Так, давайте на восьмерку антирад воткнем. Сейчас мяско у нас дожарится и погнали в деревню. И там, я думаю, этот ролик мы с вами на сегодня закончим. А продолжим уже во второй серии. Там найдем этого деда. И будем себе тост добывать. Потому что все-таки дробное оружие неплохо действует на всяких обитателей зоны. Как на прямоходящих, так и на четырех лапах. Так что будем пробовать воевать, добывать интересные артефакты. Надеюсь, у нас мясо успеет дожариться, потому что 70 на 360 осталось. Как-никак догорает потихоньку. Но судя по тому, как мясо почти дожарилось, должны успеть. Ага. Четко. Все. Давай-ка с ним потушим. Чего? Чем-то я ранен. Костер же потухший был. Ага. Здоровье, здоровье. Что, он падает или растет? Падает. Давай-ка попьем. Сделаем еще глоток. Понимаю, вода у нас кончилась. Так, давай-ка задание, Джей. Ага. В общем, идем с вами к деду. Вот тоже тот молодой. Идем к деду в деревню, я так понимаю. И там уже с ним будем разговор говорить. О, за мной идет молодой. Я так понимаю, это единственный житель деревни, поэтому деревушечка тут должна быть прям маленькая-маленькая. Что-то все разрушено. Пошли-ка дальше посмотрим. Слушай, ну тут вообще все развалено. А где дед-то нам искать? Он бы хоть какие-то координаты бы деда дал, чтобы попроще было в поисках.
Блех. Удачно мимо ушей пропустил. Пошли дальше деревню обследуем. И на этом закончим. Так, водонапорная вышка. А, вот. Все понял. В принципе, вот по карте. Колхоз лесник. А, вот он, дед. Так, други мои, ну что, я думаю, на этом мы сегодня с вами закончим. Ну, а с вами был Александр Амарок. Спасибо, что вы со мной. Будем с вами искать ТОС, пытаться пробраться дальше. Это была игра Stayout, похожая на Сталкера. Ну, увидим с вами в следующих сериях. Всем пока-пока.